Для приготовления этого блюда нам понадобилось 4 помидора, для которых мы подготовили начинку из 200 грамм мясного фарша, половины луковицы, соли, белого и красного перца. 4 кальраби, для которых мы подготовили также начинку из 200 грамм мясного фарша, половины луковицы, 2 столовых ложек консервированной кукурузы, 1 столовой ложки грецких орехов, соли, белого перца. 4 луковицы, для которых мы подготовили начинку из 200 грамм свежемороженого шпината, половины луковицы, 1 столовой ложки грецкого ореха, 3 столовых ложек растительного масла, 200 грамм мякоти помидора, соли, белого перца. Все это присыпали тертым сыром и полили овощным бульоном.